Капкейки на растительном масле. Это быстро, вкусно, бюджетно. Продукты для таких капкейков найдутся в каждом доме, приготовить их очень просто. Делюсь рецептом. Не знаете, что приготовить к чаю, чтобы было вкусно, быстро, бюджетно? Приготовьте капкейки на растительном масле. Рецепт очень простой, получится даже у неопытной хозяйки. Делюсь пошаговым рецептом. Мука 200 грамм. Сода 0,5 чайных ложки. Кефир 120 мл, или простокваша. Яйцо 2 штуки. Сахар 150 грамм. Растительное масло 120 грамм. Пакетик ванильного сахара 1 штука. Джем 100 грамм, по желанию. Взбитые сливки, по вкусу, по желанию. Лимонный сок 1 чайная ложка. Соль 1 щепотка. Количество порций 12. Подготовьте ингредиенты. В миску для замешивания теста влейте кефир, или простоквашу, растительное масло, вбейте яйца, добавьте соль, сахар, ванильный сахар. Погасите соду лимонным соком, добавьте в тесто. Взбейте все жидкие ингредиенты миксером в эмульсию. Добавьте просеянную муку, замесите тесто. Заполните тестом бумажные формочки. Выпекайте капкейки при температуре 180 градусов примерно 25 минут. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой. На этом можно было бы уже остановиться, просто присыпать капкейки сахарной пудрой и подавать к столу. Можно пойти дальше и удалить сердцевину капкейка ножом для удаления яблочных сердцеёвинок. Наполните джемом кондитерский мешок и заполните капкейки джемом. Сверху сделайте шапочку взбитых сливок из баллончика. Вкусные и нарядные капкейки готовы. Приятного аппетита!